Но когда Чико начинает двигаться на зов матери, и сестры следуют за ним, Монтеро отпускает их. Если у него и есть причина пощадить эту семью, то пока это загадка. Зов Рупестры уводит котят от опасности к ее добыче, где семья благополучно воссоединяется. Редкий момент довольства для этой трудолюбивой матери. Но переломный момент не за горами. Через несколько месяцев придет время оставить детенышей.